Друзья, всем здорово! Записываю этот звук поверх видео, потому что, блин, я забыл включить звук на микрофоне. Соответственно, по видео здесь деп-соточка. Вот. И, короче, открываю обычные кейсики. Вот. Думаю об окупе примерно там, ну, эдак рублей в 600 и так далее. Вот. Открывал серию элитку. Вот сейчас 007 открываю. Падает там какая-то фигня, короче говоря. И не особо все интересное. Вот, засунул все в контракт, надеясь на максимальный окуп, получили, ну, соответственно, какую-то фигню. А, продаю я ее здесь, чтобы открыть еще кейсиков, потому что хочется открыть много кейсиков. Я даже не помню, о чем я говорил в этом видео, но тем не менее. А почему я записываю звук поверх видео? Потому что видосик получился действительно интересный. Вот, и дальше мы увидим, почему. А, сделал нарезочку того, как все падает, потому что, ну, естественно, без звука все это смотреть, ну, прям вообще неинтересно. Вот, тут апгрейдик, короче, у меня был интересный. А, нет, это следующий будет интересный апгрейд. Вот уже спойлеры пошли. Здесь, короче, падает какая-то туфта, ничего не заходит. Смотрю, в общем, там на балансе 120, здесь какая-то шнятина по 30 рублей. Ну и как-то они не особо нравятся, потом смотрю, и разъяренная толпа заходит. Говорю на видос, типа, что я ее оставлю, если что, выведу, типа, потому что я сотку закинул, будет хоть какой-то окуп. Вот. Хочу что-то заапгрейдить. По-моему, выбирал по проценту, чтобы просто выйти в плюс. Все мимо. Вот нарезочка, короче, все это мимо. Ну и, соответственно, я такой уже думаю. Ну все, сейчас будет, короче, последний апгрейд. Ну и, скорее всего... А, нет. Здесь я не на фулл балик сделал, да? Ну, в общем, короче, смотрим. Думаю... А, вот здесь у меня была идея. Значит, я же один раз сделал на лоу проценте эмку поток информации. Там был процент что-то эдак 11 или около того. Здесь я не решился повторять этот момент, потому что подумал, что ну, это будет тупо слив бабок. Какой в этом смысл? Дальше вот открываю, в общем, обычные кисики, сирелиту. Ничего оттуда особо такого экстремального не падает. Открыл барта разочек, выпал там минус. Дальше что там дальше у нас? Героиков вроде, да. Героиков, оттуда мне выпали классный баланс береты, который мне очень нравится, и окупная по ПВП. С этого момента я думаю, что ну вот закрадывается идея по поводу той эмки, что типа, блин, а может быть все-таки. Вот, и повсеместно пока говорю в этом видео, вот, не за кадровым голосом, а просто пока, когда я записывал, вот, и у меня рождалась идея. А здесь я сделал, короче, контрактище. Ну и, соответственно, уже дальше думаю о том, что же мне начать уже делать. А тут я выбираю, типа, пушечки. Ускорил видео, потому что делал это очень долго, ведь я думал, что это будет финальный апгрейд. Ну вот, и я буду забирать либо эти две, либо эти три. И тут мне закрадывается все-таки эта самая идея, что я же ведь когда-то сделал этот апгрейд на эмку поток информации. А вулкан я очень хочу, и поэтому выбрал его. Ну, соответственно, смотрю проценты и считаю, типа, здесь 7%, на том 7%. Вот, и тут еще сколько-то. Соответственно, так вот думаю, ну, скорее всего, это вообще минимум. И это не получится, типа, вот показываю 7,7, типа 14 будет, ну и там процентик. Вот, потом такой думаю, ну все, выводим, а потом, типа, да ладно, вот эта фраза, разок снимаю, захожу, значит, в этот апгрейд, пишу вулкан на полной уверенности о том, что это точно не зайдет, 100%. Добавляю весь балик, как и в прошлый раз, вот, не докинув там, ну, несколько рублей. Так вот, думаю, ну, поехали, хирли. Закрадываются мысли сомнения. И думаю о том, что, блин, ну, вряд ли. Но все же, наверное, давай. Начинается раскруточка. И здесь я понимаю по прокруту, что, блин, он заходит. Начинаю орать, как бешеный. И радуюсь безумно. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставим лайки. Надеюсь, видос вам понравился.